Замысловатый рок, который играет группа The Soul Train, имеет долгую историю. В 10 лет ребята пытались найти собственный звук. Их стиль вырос из старого рока и джаза с изрядной примесью фьюжена. И сейчас еще работа не закончена. Впитывают новые, не самые простые тенденции музыки, переосмысливая и воплощая их в своем творчестве. И у меня была идея создать хорошую группу, старой школы именно, как вот играли здорово, да, вот Led Zeppelin, Deep Purple. Ну, на тот момент. Сейчас, конечно, у меня уже немного другие интересы, но это все равно как старая, как колыбель, они для меня очень важны. И мы работали постоянно над техникой. Музыка — это искусство, им надо учиться. Этим надо учиться заниматься. Заниматься, потому что ничего не может быть просто так. И то, что говорят, допустим, это музыка упражнений, кто-то даже называет. Но я не знаю, мне кажется, это просто зависть. Свой высокий уровень ребята подтвердили поездкой в Европу. Играли рок по программе обмена Евророк в немецком городе побратиме Перми, Дуйсбурге и в Нидерландах. Когда мы приехали в Германию, когда люди там просто хлопали, там именно зрители, обыватели, они говорили, как так, русские ребята, где Пермь вообще, где какой, что это такое там в России? Вы, наверное, говорите, Москва? Я говорю, нет, Пермь. А, ну, Москва, наверное. И это было так забавно. На самом деле не Москва, а по большому счету и не Пермь. Гитарист Артем, басист Дмитрий, ударник Евгений, вокалист Михаил из Краснокамска. Я думал создать группу, хотя это было нереально, тем более в Краснокамске. Мы там ходили, я занимался боксом, вот мы с Димой познакомились, я ему в секции рассказываю, что нам бы группу собрать. Он смотрит на меня, какую группу, ты что, типа... У нас еще район такой, МЖК там был, неблагополучный. Сейчас ребята благополучно репетируют все выходные напролет, оттачивают технику, готовят новые песни перед выступлением на одном из самых старых и значимых фестивалей не только Перми, но и России – на рок-лайне. Просто вот отсюда берется и все. И совмещается потом на репетиции, и там уже обдумываем, что да как. Песня одна такая у нас есть, ну, композиция «Slow Fest». Над ней мы работали, наверное. Ну, просто так получалось, что редко репетировали. Ну, года 4 она вынашивалась постепенно вот так вот, и в итоге хорошо так вышло. Вы знаете вообще, что такое музыка? Вот для меня это вот такой некий бридж между вот другими, да, людьми, которые я не могу сказать словами вот что-то, но я могу это передать за счет вот этих каких-то, может, биоритмов там, или вот эту музыку, как называют это все. Услышать музыку группы The Soul Train и еще пары десятков отличных команд можно будет через месяц на рок-лайне в последние выходные июня.